Мы показываем когда, когда говорим what, когда речь идет о предмете. Дальше, who, где у вас who, вот Света правильно показывает мне who, когда речь идет, это не who. Алик, где у тебя, Ярослав, who? Нет, это how, who, вспоминаем, вспоминаем, who, yes, когда речь идет о человеке. How? Как дела, например, да? Так, окей. Ну что ж, сейчас вы у меня просто смотрите на картиночку и поднимаете слово и называете его. Поехали. How? Угу. Who? Угу. What? Угу. Who? Угу. Гоша, окей. That's okay. How? Окей. Ну что ж, Света, теперь поиграем мы с тобой. Окей? А ты будешь у меня спрашивать вопрос по картинке, а я буду тебе отвечать. То есть ты меня будешь спрашивать what is this? Помним, да, что у нас три слова в каждом вопросе. What is this? Или who is this? Или how are you? И я буду в зависимости от картиночки, да, тебя тебе отвечать. What is this? It's a ruler. How are you? How are you? How are you? I'm good. What is this? It's a window. Who is this? It's Mr. Van. It's a man. What's this? Или what is this? Полный ответ. It's a bag. Теперь я тебя спрашиваю. Who is this? It's a baby. Mm-hmm. How are you? No, I'm, how are you? I'm, любой выбирай из этих. I'm happy. Who is this? It's a teacher. How are you? It's a happy. I'm happy. Who is this? It's a girl. It's a girl. What is this? It's a door. Door. It's a door. Who is this? It's a girl. It's a girl. How are you? It's a sad. I'm sad. Very good. Thank you. Все хорошо, только how are you? Путаешь I'm. Как в песенке у нас. Hello, how are you? Ты же говоришь I'm hungry. I'm sad. I'm cold. То же самое. Так, окей. Гоша, Ярослав. Ярослав, you ask questions. Ты отвечаешь. How are you? I'm sad. Who is this? She's a girl. What is this? It's a girl. Who is this? It's a girl. How are you? I'm happy. Very good. Change. You ask questions. Wait, sorry. Mm-hmm. Who is this? It's a teacher. Mm-hmm. How are you? I'm happy. Who is this? It's a baby. What's this? It's a bag. Who is this? Mr. Ben is man. Mr. Bean. His name is Mr. Bean and he is a man, yes. What's this? It's Все идеально получилось с вопросами how, what and who. Идеально получилось? Идеально. Yeah. Значит, вы готовы от меня выслушать и научиться еще одному вопросу. И этот вопрос звучит вот так. Ой.
другие дни недели? No. How old are you? How old are you? Yes. Сколько тебе лет? Сколько слов в этом вопросе? Четыре. А которые до этого были? Три. Было у нас, да? How old are you? Четыре. How old are you? Делим их напополам. Поехали. How old are you? How old are you? Четыре слова, да? How old are you означает, еще разочек скажи нам. How old are you? Что означает? Сколько тебе лет? Тебе. How old are you? И отвечать на него очень-очень просто. I'm 5. 10. You are 10. I'm 10. And you? I'm 15. You are 10. Very good. Okay. Только мы на него будем отвечать следующим образом. Вот так вот. I'm 5. I'm 6. Нет, от 5 и до 12. Окей? Okay? Stand up. Так, посмотрите. Мне сюда посадить. Я сюда, чтобы ты не смущался. Вот так. Так. Итак, внимание, репетируем, да? Подвигай его вперед сюда. Гоша, ты сидишь, молчишь. Хорошо, только наблюдаешь за нами. Так. Поехали. I'm 5. От 5 и до 12. I'm 6. I'm 7. I'm 8. I'm 9. Sit down. I'm 10. I'm 11. I'm 12. Окей, теперь внимание дальше. How old are you? How old are you? How old are you? Сложное движение. One, two. Готовы? Поехали. На слово how old, я же не old, но вы все равно показываете на меня. How old are you? How old are you? How old are you? Teens. Okay, и опять. How old are you? How old are you? How old are you? Teens. Okay? Дальше там пойду слова I'm 5 years old, I'm 6 years old. Мы танцуем твист. Умеете твист? Ну вот так, как-нибудь так, в общем, да? Можно одной ножкой, потом другой ножкой. А потом, когда пойдет I'm 5, мы танцуем как молодцы. I'm 5, I'm 6, можно прыгать. I'm 7. Итак, до какой цифры? До? 12. Все, готовы? Давайте попробуем вместе. Так. How old are you? Да, это песенка наподобие как Hello, how are you? Наша песенка наподобие нее. Так. Monday. No, it's not Monday today. Awesome. Autumn. I'm
любим, им похлопали. Так, значит, мы должны написать теперь какую карточку себе? Какое слово? How old? Yes, sit down and let's write how old. Please. Hurry up. How old, okay? How old? Как на доске, ребята? How old? Are you? Мы не пишем, это мы уже умеем сказать сами. Поэтому дописываем новое грамматическое слово. How old? Okay, how old? Так, окей. И тогда мы с вами выясним правила, да? Еще разочек. What мы используем для, когда речь идет о предмете. Who, когда речь идет о человеке. How, когда речь идет о том, как дела. А how old, когда речь идет о возрасте. Правильно, сколько тебе лет? Вы не запутались? Нет. Ну, молодцы. Я в вас и не сомневалась. Умнички. Я счастлива это слышать, что вы не запутались. Так, ну что ж, тогда пришла пора немножко с вами поиграть. Сегодня у нас новая игра. Класс душу, happy birthday. Класс душу, happy birthday. Да. Ну, это просто, да, такая шапочка у него праздничная. Так, окей, friends. Итак, сегодня у нас с вами... Алекс, давай, мы тебя подождем. Закончишь. Да, заканчивай. Карточки эти можно убрать уже. Сейчас их можно убрать до следующего раза. Итак, внимание. Сегодняшняя игра называется Teacher. Teacher это кто? Учитель. Учитель. Но не просто учитель, а question teacher. Учитель, который что делает? Задает question, вопросы. Значит, игра называется у нас Question Teacher. Ой, Света, что ты поняла? Question Teacher это кто? Это учитель задает вопросы. Правильно, потому что название состоит из двух слов. Question – вопросы и teacher – учитель. Чтобы показать вам пример, сегодня Question Teacher буду я, а потом вы. Итак, внимание. Чтобы поиграть в Question Teacher, мне нужны вопросы. Мы уже с вами сколько вопросительных слов знаем? Четыре. Four. Вот у меня four cards. Окей? Я беру одну карточку и спрашиваю вопрос, как мы с вами учили. А вы мне отвечаете. Гоша сидит, молчит и следит за событиями. Видишь, какое мне слово попалось, да? Who is this? Помогите мне. Как надо? И Света. She is Света. Можно так сказать. She is Света. Давай еще разочек попробуем. She is Света. Okay, thank you very much. How old are you? I'm 10. I'm 10. Okay, как мы говорим не I, мы же не говорим I 10. Мы говорили I'm 10. Okay, I'm 10. Света, what is this? It's a computer. Very good. Okay. How are you, Yaroslav? I'm happy. I am happy. Very good. Okay. Понятно, как играть в question teacher? Okay? No. Это сложно? No. No. Кто желает попробовать? Давай, Yaroslav. Yaroslav был самый первый. Давай. Итак, мистер Yaroslav, question teacher. Света, поднимись немножко, чтобы он мог пройти. Окей, Люк, мистер question teacher. Итак, ты берешь вопросительное слово и задаешь им вопросы. Поскольку Гоша у нас молчит, четвертый вопрос будет мне. Давай. Со Светы начинай. How are you? I'm good. Very good. Мистер Герсон. What? И ты должен на какой-то предмет показать. Что это? What is this? It's a computer. Okay. Mm-hmm.
the car? How old are you? I'm ten. That's good. А это мне. На кого-то тоже надо показать и спросить. Who is this? Who is this? This is Svetlana. Very good. Thank you. Как вам был question teacher? Все у него получилось? Yes. Браво. Да, это правильная реакция. Very good. А ты своих студентов теперь должен похвалить. Скажи ей оценку. Good. 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 Супер, браво. И ты very good question teacher. Попробуешь, Ярослав? Yes. Ну, давай, попробуем. А в следующий раз тогда будут Алекс, Света и Гоша. Окей? Так. Задание понятно? Yes. У нас who is this уже два раза мы на Свету показывали. Уже можно на кого-то другого показать. What is this тоже два раза был comp. Можно показать что-то другое. Там marker, pencil, book. Что мы знаем, окей? Window, door. Окей, start with Ярослав, please. What is this? И ты должен на что-то показать. То же самое у тебя. Нет. Хотя бы это давай, да. What? What is this? It's a pen. It's a pen. Окей. How old are you? How old are you? I'm 10. Yes, you are 10. Who is this? Нет, это ты спрашиваешь у Светы о ком-то другом. Ну, например, о Ярославе спроси меня. Кто это с тобой? Who is this? Ярослав. А лучше сказать, he is Ярослав, потому что вы же умеете это делать, то это мне вопрос. How are you? I'm great. Thank you, браво, классный шанс. Похвалить своих учеников. Смотри, как все отлично справились. Very good. А как еще можно хорошо похвалить? Как я расхвалю? Great. Еще что вам говорю? Fantastic, говорю, да? Perfect. Brilliant. Perfect. Вот это все хорошие слова. Very good. Ну что ж, с такой грамматической игрой вы справились. Ой-ой-ой, браво. Теперь я думаю, что вы уже не боитесь слова грамматика. Не боитесь слова грамматика? Не боитесь. Потому что все, что мы с вами делали, вот question word, вот эти вопросы, все это называется страшным словом грамматика, но по-английски оно уже совсем для вас не страшно. Grammar, окей? Значит, сейчас мы должны открыть что? Grammar book, yes. Grammar book, page 8, окей? Grammar book, page 8, and take out your pencils, please. Grammar book, page 8. Wait, no, sorry. Not eight, sorry. No. Grammar book, page 6 and 7. Grammar book, page 6 and 7. A pencil, please. Pencil. Not pen. A pencil. Okay, look, please. Что спрашивает бабушка здесь у нас с вами? How old are you? И что отвечает Элисон? I am three. Дальше что она спрашивает? How old are you? Бабушка такая, не может ответить на этот вопрос. Наверное, она не знает, как по-английски будет эта цифра, да? Так, друг пришел на день рождения, подружка, да? И что она спрашивает? How old are you? И тут она уже отвечает, что? I'm five. А почему five? Потому что пять свечек, да? Five candles. A cake has five candles, yes. Так, look, questions. Look at me. Questions, cakes and answers. Значит, вам надо что прочитать внимательно здесь? Циферку, чтобы правильно присоединить ее к тортику, окей? Okay? Yes. Дальше стоять внимательно вот этот, page 7. Здесь надо дополнить, во-первых, вопрос. Какой вопрос должен быть? How old are you? Здесь что не хватает? How old are you? А здесь? How old are you? How old are you? How old are you? Все понятно, да?
А здесь мы добавляем, что возраст. Вот тут написано I'm seven. Look, number seven. Дальше пойдет что у вас? I'm five. Four. Four, yes. I'm three. I'm ten. Вот тут у вас есть все слова, которые вам нужны. Значит, правило у нас следующее, ребятки. Вписали слово, вычеркнули. Вписали, вычеркнули. Окей, please, start work. После того, как вы закончили, вы что делаете? Сдаетесь. Правильно. Start, please. Каждый работает сам. No pencil? Take my pencil from the box. Yesterday. Как по-английски вчера? Yesterday. Yesterday I ate cake. Oh, really? You had a birthday? Не-не. Я был на филармонии школьника, музыкальной школе. Ah, that's good. Wow.